Приветствую вас на канале Елена Сад и Огород. В этом видео расскажу, как не допустить появления черной ножки на рассаде. Самые главные враги для рассады – это холодный подоконник и при увлажнении почвы. Из-за этого рассада может заболеть черной ножкой, которая поражает корневую шейку молодой рассады. Такие растения тяжело уже спасти. Но даже если какие-то выживут, то они будут отставать в росте и не дадут хорошего урожая. Поэтому, чтобы не допустить появления черной ножки, в первую очередь нужно грунт сделать легким, рыхлым и воздухопроницаемым. Если покупной грунт недостаточно рыхлый, то в него можно добавить песок, перлит или вермикулит. Если вы не уверены в качестве грунта, то его можно перед посевом обеззаразить при помощи раствора перекиси водорода из расчета 1 чайная ложка 3% перекиси водорода на 1 стакан воды. Им проливают почву перед посевом. Также в этом растворе перед посевом можно замочить семена. После замачивания семена промывать не нужно. Нельзя сеять семена густо, так как всходы, которые прорастут, будут плохо проветриваться, и между ними невозможно будет прорыхлить почву. И это также может привести к появлению черной ножки. После посева семена лучше присыпать не землей, а речным прокаленным песком или кокосовым субстратом, так как они быстрее просыхают и тем самым предотвращают заболевание рассады. Поливать всходы нужно умеренно и только после подсыхания верхнего слоя почвы. Нельзя допускать переувлажнения. После полива через несколько часов нужно аккуратно рыхлить почву между всходами. Лучше всего это делать зубочисткой. В рассаде очень важно обеспечить хорошее освещение. По возможности 12-14 часов в день. Если подсветки нет, то емкость с семенами ставит на самое светлое окно, притеняет прямого солнечного света. Оптимальная температура для роста и развития рассады в пределах 20-22 градуса. Также очень важно, чтобы грунт не был холодный. Поэтому для утепления подоконника на него нужно положить изолирующие материалы, такие как пластины пенопласта или коврики для ванных комнат. Они имеют пористую структуру, которая не пропускает холод. На них можно поставить емкости с рассадой. Если применить все эти способы, то рассада не заболеет черной ножкой и будет крепкая. Спасибо за просмотр. Если видео вам было полезно, ставьте лайки и пишите любые комментарии. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные ролики.